Planet 3 Live Demo. Я помню, что... ну, обычный мод. Не будем пропускать. Что похоже чем-то на спору, типа, было по видюшкам. Сейчас глянем. Ну, то есть, только ты не на самой планете, а как бы смотришь на нее как бог на говно, извините. Так, новые тулзы и артефакты можно открывать. Артефакт 2 космической энергии вход собирает. Окей, открыли. А, это какие-то эти... Ну, эти прикольно. Эти вулканы. Эти довольно... Так, вы разместили свой первый артефакт на планете. Вот как вы можете проверить количество артефактов, которые вы можете разместить на планете? Пока только два. Ну, собственно, и можно кликнуть так туда, чтобы к ним перейти быстро, я так понимаю, да? Можем собирать энергию. А, подожди, так я его убрал. Это, типа, когда ты выбираешь, его можно убрать. Понял. Случайно. Так, хорошо, собираем энергию. Тут у нас всякие лавовые извержения происходят. Температура планеты низкая, вулканы извергаются. Похоже вот на режим терраморфинга как раз в той же споре. Так, ну и что дальше? Мы пока должны энергию пособирать, видимо, чтобы что-то делать. Торнадо какие-то происходят. Я ничего не могу, никак не могу влиять. Тектонические плиты как двигаются. Температура. Повышать, понижать температуру ядра планеты. Повышать, понижать альбедо облаков. Я так примерно понимаю, к чему это, но не стоит ли нам... О, а чё темно? Куда планета делась? А, next turn? Это пошаговая? Подождите. Куда планета делась? Thank you.
Ну я не могу, мне планету перестало быть видно. Это какой-то дождь делаю, но я ж нифига не вижу. Ну да, надо сделать условия на планете, пригодные для жизни. Ну там дальше и сама жизнь будет... Ну, блин... Да. А дайте я сохраню... А, тут еще и сохраниться нельзя. Ну, поиграли, короче. Ясно. Вроде выглядит и звучит интересно, но у меня пропала планета, и я не могу ничего сделать. Фигня какая-то. Да, еще раз попробовать. Просто пропала планета. Global planet temperature is too low. Понизить температуру. Ну давайте по очереди. Понизить температуру ядра. Тут где-то есть. Вот. За 200 открывай. Можно открыть уже. Понижение. Будет сюда. Пока надо накопить. Где у нас? Вот. Коахит. Вот оно сейчас такое, надо вот идеальное такое. Прям до конца опустим. Но явно будет повышаться. Так, мы это выполнили. Запросили. Теперь. Используя альбедо, от 0 до 40 держать температуру общую. Значит, нам надо теперь альбедо. Альбедо у нас вот тут. Открыли. А, наверное, сейчас понижать надо. А, так мы и держим вот здесь. Наверное, повышать давайте. Стоп, не то. Случайно. Так. Еще surface albedo нам надо. Так, что-то я не пойму. Ну, вот, смотрите, опять. А, нет, здесь солнце не светило, ладно. Global average temperature. Ну, глобальную температуру от 0 до 40. А потом воду на планету.
А, вот это нам нужно. Снижать. Нифига. Она постепенно может просто измениться. Мне надо держать тем... А, все, получилось. Так, и теперь воду на планеты. На планету. Rainfall rate надо снизить. И добавить дождик немножко. Теперь нам надо просто воды сюда. 200. Ну, не понял. Get and drop water. А, я должен откуда-то... Так, написано использовать кометы. Мне надо откуда-то взять воду, а потом... То есть мне надо где-то найти кометы или что? Мне надо где-то взять воду. Add water to the planet. You can use comets. Не знаю, ждать, когда пролетит комета мимо или что, или как. Так, я не могу отвязаться от... В техах? А-а-а. Понял. Ладно, ждем пятисоточку и откроем кометы. Не то открыл, видите? А, это еще стоит энергию, сотка. Сейчас запулим. Тыщ. И сразу вода началась, да?
Так, 30% воды на планете надо достигнуть. У нас сейчас 6%. То есть мы можем больше комет. Там замерзает, кстати. Не знаю, не надо, чтобы замерзало прям. Ладно, еще одну надо запулить. Я не думаю, что замерзание типа влияет. Все, есть 30%. Дальше 20% фертильности Земли, покрывающую планету. Поиграйся с альбедо, рейнфолл и перемещением воды. Так, фертильность планеты, где у нас вот это? У нас это все вроде открыто, ладно, что у нас еще тут есть? Да мы можем воду, так, ну я открою, раз 200 всего стоит. В общем, все, что надо, вроде открыто. А вот как увеличить фертильность? Вообще, можем первое существо создать. Чисто по приколу. Ему, конечно, тут так себе будет. О, видите? Так, хлоропласт или митохондрию? Вы за что, ребята? За хлоропласт или за митохондрию? Органелла, которая производит фотосинтез, конвертирует солнечную энергию в сахар. А митохондрии производят структуры для поглощение органического материала, которое... Ну, вообще, наверное, надо начинать с хлоропласта, конечно. Стена клеток. Давайте с них начнем. Тысяча стоит. Я уже добавил? Нет. Подожди, не понял. Что там? Невозможно. Там что-то написано. Невозможно создать. Невозможно создать здесь. Почему? Может, фертильность просто низкая? Ну, она вообще постепенно повышается. Может, дождей запустить?
Нихера не понимаю, как тут воду распространять. Ага, вот тут были. Хотя я сюда еще немножко комет запущу. А, они вызывают вот эту. Ну, это очень низко повышается фертильность, конечно. А нам до 20 надо как-то увеличить. Play with albedo и rainfall. Я как-то высоко поставлю. Кажется, это быстрее должно. Распространять. Именно теперь, наоборот, уменьшается. Теперь стала фертильность. Ой, фиг знает. А surface albedo это где у нас? На суше создавать? Так жизнь в воде зародилась. В смысле на суше создавать? Так, я сейчас попробую, но это бред, если так оно и есть. О, видите, тут просто сразу пишут, что невозможно здесь. А в воде я хотя бы могу вот так сделать. И тогда пишут, что невозможно. Странно. Вообще у нас на планете, сколько, 67%, ну почти, практически 70% воды. Надо, наверное, увеличить водное пространство. Бактерии на землю. Да вообще, я вообще на земле не могу ничего сделать. Жизнь зарождается. Это вообще не вот. А. О! Создалось. Я создал какое-то животное. Я меня не засчитала. Нет, засчитала. Короче, мы начали с этих. С митохондрий. Походу оно вымерло. Вот эти вот чин-чин-чин, бумс, умерло.
и это умерло. Ну, слишком низкий рейд для выживаемости. Но как его поднять, я не понимаю. Как-то воду можно переносить. Ну и куда? Где она? Дождь в воду. Тут нельзя направить куда-то. Было два существа и не выживают нифига. Но он постепенно поднимается до... Видите, по чуть-чуть фертильность поднимается. Но это слишком медленно, что нам тут сидеть? Блин, 6 часов ждать? Что мы делаем не так? Там написано, поиграйтесь с альбедо и с перенесением воды. Я это сделал. Повышать влажность земли. Хорошо, что у нас... Что у нас тут с мощью? Вот у нас вот самые увлажненные. А, вот тут типа формируются облака. Вон торнадо, кстати. Как это вот увеличить еще, чтобы это больше было? Может, Cloud Albedo увеличить еще, даже выше, чем идеальное, чтобы было. И Rainfall, собственно, увеличить. Не думаю, что это ядро. Ладно, ядро мы тоже можем подогреть, конечно. Ага, альбедо повышает... Ага. Это мы уменьшим.
О! Нам надо было Surface Albedo меньше сделать. Смотрите, смотрите, что началось. О, пошли облачка. Пошел над планетою дымок. Так, ну до 15 мы довели, да? Вообще выше сделаем. То есть нам надо как-то, чтобы дожди почаще шли, наверное. Или все-таки в районе идеального держать? Так, ну до 18 раскочегарили. Нам 20 надо. Может, все-таки Surface Albedo еще меньше делать? Ниже идеального, предположим. О, есть, есть двадцарик. Теперь запускаем животных. Дохнут. Думаешь, надо начинать? Ну, странно, сначала создайте животных, а потом только... Понимаешь, тут создать, как его, растения, только не в воде, как бы. Имеется в виду, что в воде уже что-то есть кушать. А, сразу поза. Ну, блин, я пытался других сделать. Ладно, сейчас давай не позвоночных делать, окей. Видишь, не может быть создан. Это вообще невозможно. Я не понимаю. Вот я создаю хлоропласты клеточные. Не может быть здесь создан. На Земле просто не дает создавать. Ну, это логично, потому что появляются... Ну, вот у нас пояс из облаков есть, да. А, как бы... Планета норм. Позвоночные хлоропласты вообще нельзя. А, это вообще недоступно. Митохондрион... То есть, я все, что могу, это позвоночные митохондрионы создать. Все. Давайте попробуем
с этих хищников, но это странно. О, подожди, а это у нас кто тут? Тоже сдох. Температура, это вот это все в воде, в этой зашибись для создания жизни. Да все идеально. Ну, чуть уменьшу, чтобы точно в идеальных этих было. Не знаю, может, если фертильность, типа, 24%, может, типа, сразу 5 делать, чтобы хоть один выжил, типа, такого. Первое, ну, видите, написано, первая жизнь должна быть создана в воде. Это да. Единственное, что я могу создавать, это вот эти позвоночные, ну, либо, давайте этих 5 штук. Блин, почему заново надо каждый раз вот это выбирать? Вопрос. 2... 3, 4, 5. Action cannot be performed here. Все дохнет. Митохондрия одноклеточные не дает делать, смотри. Митохондрии одноклеточные. Sorry, this combination is not available in demo. Может, не знаю, может, на этом демо заканчивается? Он специально это сделал, чтобы невозможно было животных дальше делать. Но это... плохой ход. Потому что, ну, не понимаю, что тут... Ну, короче, вроде ничего, так игра выглядит, конечно. То есть, в таком случае, интересно. Интересно, но... вопросики... есть некоторые. Ну, вот, видите, вот у меня создаются животные, вот, хищники, вот, эти... одноклеточные, и чё? Не одноклеточные, как их? Травоядные. Так а как траву растить? У меня нету ничего. Тут даже в техах нету травы. Вот эта трава на... как его? Это вообще описания нету. Это трава на суше. Но тоже странно, чтобы вода на суше появлялась. Это не может быть. Ну, хрен знает, короче. Надо вот запускать, естественно, где вот это моющее. У нас, ну, у нас нормальные места. Ну, давай вот, предположим, я вот так выберу. Не может быть здесь. Это недоступно. Это недоступно, и такая комбинация, когда я создаю, она дохнет. Смотрим на нее. Единственную комбинацию я могу просто разместить.
О! Пошло, ребята. Оказывается, правильным было в как можно более влажной среде разместить. Вау. Пошло размножение. А вот этот дохнет. Видишь, тут там ему не очень место. Ну что, давайте еще тогда этих, видимо. Теперь хищников. А, невозможно здесь разместить хищников, написано. Хищников почему-то нельзя. Ну, короче, жизнь зародилась. А вот там дохнет. А тут зарождается. Сотка уже? Нет, еще 8. Create your first plant почему-то я могу уже взять. Увлажнитель нужен, получается, да. Короче, только митохондрии, позвоночные и эти, как его, травоядные. А здесь вот не выжило почему-то. Хотя влажно. Evolve plans to get into land. То могу заклеймить, то не могу. У меня какие-то растения появились уже на поверхности. Правда, не видно где. Это я могу вылечить в этой эре. Давайте попробуем разместить и вылечить. Когда они будут дохнуть, мне кажется, не поможет. Не хочет размножаться. У нас уже 30% fertility rate. Вот этот океан уже практически весь заселен. А вот тут как нам, эти немножко, может, еще всяких комет позапускаем.
Стрессовые условия для размножения, потому что создатель наблюдает. Понимаю, понимаю. Не, я ж не туда фигачу, как раз там, где нету жизни. Мне кажется, воды нам надо больше. Потому что, ну, например, на Земле, опять же, повторюсь, практически 70%. И не могу понять, как переносить воду. А, вот так. Держать надо. О. Так что за восклицательный знак? Метеор из камен. А вот как бы сейчас метеор не поубивал... О, а вон какие-то уже зелененькие пошли. Что это за зелененькие? Это следующий уровень, что ли? Разная кожа. Кстати, желтенький. Новый компонент. Антенна. Реально как спора. А вон дохнут. А вот дрались только что между собой, видели? Будет производить углекислый газ из воды. Слушай, они дерутся между собой. Но они же, подожди, у меня же все травоядные вроде, не? Вот этот сам сдох. Не, не сдох, выжил. Так, а чё жара пошла? Ой-ой-ой-ой-ой. Это карбон-диоксид, что ли?
А, это максимально, это, наверное, эти вулканы, ладно. Средняя это нормальная. Короче, ты вот так вот их эволюционируешь, и какой-то из этих существ потом займет главенствующую роль, получается. Видимо. Мандибулу, так это походу сдохнет, что близко к вулкану приехал. Да, кстати, в другой океан можно бы. Согласен. Но выживут ли? Там пока идут разборки, не, походу. Походу не.
Сколько у нас вообще? Уже 70. Сделаем живородящего одного, посмотрим. Два океана проливом. Ну, кстати. Так, а там есть какие-то... Ну, давай, сотня. Ой, уже до 10 уровня какого-то это. Есть какой-то... Сейхи, можем... Собирать эволюционную энергию, посадить на земле, перемещать, увеличить репродуктивные способности... И mutation rate. Ну-ка. А, это артефакт. Понял. Thank you.
Может, сюда попересаживать как-то? Так, я могу растения сажать на... Подожди, а где? А, близко. Близко. Вот как раз на побережье, наверное, надо, да, как раз? О! Видите, вот тут получил. О, пошло озеленение. Пошла зеленушка. Решу, только в одном месте можно было. Вот тут получилось. Тут получилось. Вот мне как-то она по бокам этого океана, где жизнь зародилась. Озеленение устраивать. Легкое. У нас пока ни одного хищника нету. Опять тут. Никак не могу океаны соединить. Постоянно. Мне кажется, надо все-таки больше воды как-то сделать. У меня все время постоянно 40% мало. Это мало, откровенно.
Нужно какого-то хищника одного, мне кажется, как-то. Не может такая система без хищников быть. Потому что хищники, соответственно, вот, видите, он сейчас атаковал, выжил. Да, это хищник. Он, правда, всеядный. Опять выжил. Потому что они регулируют систему травоядных тоже. Так, вот он отложил яичко. А, глазки, наверное, надо добавить. Какого-то крокодила делаем, походу. Следим за ним. Отложил яичко, так. Переваривание мяска. Блин, покажись, убили мне его. Нет, нет, жив, жив, жив. Вот отложил яичко. Ну что, живородение, наверное, живородящих пока не будем. Защита. Защита перемещения. Пищеварение. Так, походу он не выжил сразу. Причем, по-моему, Батяни его завалил. Угу. Так, выжил. Не выжил? Блин, я не успеваю за ними. Походу, пищеварение не самое тут важное. Вот эту кожу надо, тут диапазон температур. Украинцам будет. А это белорусы, походу.
А он даже не вылупился. Печаль. О, появился на свет. Есть. Так, тут что улучшим? Глазки. Откладываю яичко, есть. Теперь попробуем. Ладно, вообще. Легкие. О, это он сможет выйти на сушу. Так реально окажется, что украинцы первые, кто вышли на сушу-то, получается. Выжил. Хотя с другим украинцем дрался. Опять выжил. Выкинул яйцо на сушу, ну-ка. Первый украинец на суше, ребята, походу, нет? Или все-таки плавает? Пока вроде плавает. Ну, вроде так вот вылазит, типа. Так, что здесь улучшим? Защиту. Плюс 2. Вот, плюс 2 защита. На хвостике. Фигулька. А чё, не могу? Не могу почему-то. Ладно. Жрадло увеличим. Походу его убили таки. Да. Ой, это что такое? Я такого не делал. Само... Умер. Само мутировало. Зря поменял, сразу ухудшилась фертильность на планете. А куда все делись? Твою мать, мне не надо было это. Все, все животные сдохли. Остались 5 украинцев. Ладно, на этом я закончу знакомство с демкой. По-моему, прикольно было. Я думаю... Можно обратить внимание. Ну и стрим, наверное, на этом завершу. Спасибо, что смотрели. На этом все. Играйте в умные игры. Обратите внимание на эти все деньги. Они все бесплатные. Можете в Steam идти, скачать, поиграть. Всем покеда.